Проблему таяния ледников обсудили на международной научно-практической конференции в Душанбе. Вопрос особенно актуален для Таджикистана. Республика сильно страдает от таяния ледников, которые занимают 8% от всей территории страны. Участники обсудили современные методики изучения криосферы и снежного покрова в высокогорьях, а также возможность стихийных бедствий, связанных с ледниками. В конференции приняли участие отечественные и зарубежные ученые и эксперты. В 60-70-е годы говорили, что в Центральной Азии пульсирующих ледников всего 60. И 40 находятся в Таджикистане. Вот только в Таджикистане сейчас выявили более 1000 пульсирующих ледников. И их будет больше. Это не потому, что потепления нет. Раньше про них не знали. Сейчас новые методики есть, которые мы можем изучать. И наиболее опасных мы берем под свои наблюдения и проводим мониторинг. Количество ледников в Центральной Азии стремительно сокращается. В ноябре президент Таджикистана заявил, что из-за глобального потепления растаяло уже более 1000. Всего же их в стране 13 тысяч.